Просмотр, честно, мне очень зашел, потому что достаточно интересные тренировки были. Они напомнили даже чем-то Сербию. Вот времена Сербии, когда я тренировался, и знаешь, каждая тренировка, она не похожа на предыдущую. Вот, и достаточно адаптация прошла успешно. Коллектив прям принял вообще безумно тепло. Вот, тренерский штаб также прям тепло меня также приняли, встретили. Вот, а уже по прилету обратно уже посмотрим, будем общаться, что, как и дальше. Вот, но вроде как по информации, ну, вроде пока довольны. Ну, а вы довольны? Тренерский штаб. Вот, и, ну, в частности, директор, я так понял, команды. Вот, и, блин, ну, самое главное работать, а там уже будем просто смотреть, получится, не получится. Как бы, это в любом случае просмотр, как бы, здесь нет какой-то 100% гарантии. Ну, ты хочешь оставаться? Вроде. Честно, наверное, хочу, вот, но здесь все равно тоже, как бы, будут играть всякие факторы, сопутствующие, да, это там, опять же, мой уровень, потянули, я не потяну. Вот, ну, как сказал практика, вроде достаточно не упадаю с вот этой вот целой картины, то есть я не порчу, как минимум, но, ну, и все, и просто уже дальше, потому что все прошло 5 тренировок, я уже от этих 5 тренировок, как бы, я думаю, мало что-то можно понять, просто по прилету уже сейчас посмотрим, свяжутся со мной еще или не свяжутся, будем посмотреть, но, честно, пока все нравится. Когда ты прощался с ними, что тебе сказали, ждем на следующей тренировке или на связи находимся? Сказали, да, на связи, типа, все, не сказали, что ждем на следующей тренировке, сказали просто, да, будем на связи и все, то есть, как бы, этого достаточно, я думаю, на данный момент, как бы, сейчас у меня просто все мысли об МФЛ, о предстоящей игре. Спасибо большое, удачи. Спасибо.